Внеочередное заседание антинаркотической комиссии провели в расширенном составе. В зале руководители и педагоги школ, вузов, спортивных секций и учреждений дополнительного образования. Впереди курортный сезон и, главное, летние каникулы. А это значит, что риск увеличения показателей по распространению и употреблению наркотиков может возрасти. Увеличивается объем наркотиков в город Сочи. Преступные группы изыскивают все новые и новые методы транспортировки, находят новейшие каналы, пытаются организовать это все в сфере высоких технологий, используя интернет. Это требует определенных усилий и сроков реагирования на это. Но усилий только наркополиции недостаточно. Важно работать во взаимодействии, ведь ситуация с распространением и употреблением наркотиков в Сочи по-прежнему далека от идеальной. Так, за прошедший год в городе зарегистрировано 57 случаев острых отравлений, в том числе неизвестными веществами. Все это среди школьников и студентов. Среди них это 16 случаев отравления алкоголем и 41 медикаментозными и препаратами неизвестного содержания, предположительно синтетическими наркотиками типа спайс. Причем в третьих этих случаев за употреблением опасных спайсов были замечены подростки из полных и благополучных семей, которые хорошо учатся в школе. С каждым конкретным случаем, отметили на заседании, разбираются индивидуально. Также в городе разработали специальное методическое пособие. Оно будет полезно и педагогам, и детям, и родителям. Это своего рода руководство, как обезопасить себя и окружающих от опасных веществ. Мы должны раздать эти памятки, рассказать, как с ними работать. Это одна форма. Вторая форма, что мы сегодня будем рассматривать предложение родительской общественности, которое у нас есть по созданию интерактивного сайта родителей, которые заинтересованы в этой работе, которые переживают за своих детей, которые понимают, что даже если ты в благополучной семье воспитываешь ребенка, сегодня ты не застрахован ни от чего. В начале мая в городских учебных заведениях уже стартовала акция «Каникулы-2015». Это значит, вопрос профилактики употребления наркотиков будет внесен в повестку большинства мероприятий. Он же станет темой родительских собраний, которые в преддверии каникул пройдут во всех школах Сочи. Инга Габейшая, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.